Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Лол. И сегодня мы будем смотреть в ютубе сериал. Что я делаю? Я не знаю. Ну, давайте начнем. Расскажи ему хорошую весть. Наконец-то. Расскажи. Деревню? Окей. Ой, наконец-то мы переедем из этой ложбины. Жбина? Это что такое? Это, наверное, название нового дома, да? Ну, я не знаю, конечно, но может у них такое название домов? Санёк, вставай, здорово! Санёк, вставай, здорово! Ну, как... Привет, я вернулся с... Ну, привет, Артём, привет! Своими исследованиями, наконец-то, я нашёл место, где мы сможем переехать дом. И переедем из этой ложбины. Да что такое ложбина, я не понимаю. Что это такое? Что они несут? Что это за бред? Забирай все вещи, которые тебе нужны. И все. И сейчас вспомню текст, сейчас посмотрю. Пойдем. Пойдем. Покупать новый дом, все, пошли. Покупать новый дом, по-моему, ты сказал, ты куда-то уедешь там. Хотя да, что-то я не помню, я припомню. Короче, забыл. Ты идешь? Да, я иду. Дверь! Это дверь? А что у вас, мне интересно, тогда люк? Закрой дверь в дом, это вдруг... Дверь? Да, блин, это не дверь! Украдут что-нибудь. Хотя... Украдут. Угу. Что там красть? Да вот именно, землю что ли? Пойдем. Все, пойдем. Да пойдем уже. Санек. Ура, наконец-то новый дом. Да? Да. Видишь, новый дом. Бро, чувак, ты вообще бро там написал бро? Или это что? Это 6 по? Древня, какой-то дурак ее назвал бро, зато... Ты что ли? Там есть это хороший дом. Там, ну как бы есть, ну понятно, что там есть. И тут дорогу проложили. Ты слышал? Ночью тут дорогу клали. Да. Клали. Классно. Я не спал ночью почти. Видишь, это охрана, это нормальные чуваки. Все, пойдем. Да вообще нормальный, офигенный просто. Вот видишь объявление, сдается дом номер 2 за 50. Сдается житель номер 16, продаем 15 изумрудов. Все? Сейчас. Point? Чекпоинт? Слушай, Санек, да, этот. Стой, не открывай дверь, тут закрыта. Слушай, Санек. Да, это. Ну да, это. Стой, сейчас, Санек, я выключу камеру, чтобы это мы успели купить себе дом. Давай. Да вообще выключай ее нафиг. Перестань снимать видео. Итак, я включил эту запись. Пойдем осматривать наш новый дом. Запись? Класс. Хорошая администрация тут, да, Санёк? Да вообще. Так, надо шторы брать. Ух ты, тут такая плита. Ух ты, плита. Ха-ха. Ой, всё. Ой, всё. Ух ты, ванная. Такая ванная, такая? Нет? Ну ладно. Ну уж и туалет, наконец. Туалет? А что ты с ним будешь делать? А наверху ну что? Телевизор? Круто. Немало обошлось нам денег это. Да вообще. Ну зато хорошо живем. Да вообще, вы только приехали, как вы уже живете-то? Так. Надо шторы убрать. Так, ой, скоро уже ночь. Темная ночь. Может, будем ложиться спать? Давай. Давай. Все. А что, ты спать. Нам поспать не дашь? Ложись спать. Тот. Там написано тот, картина, пустая карта. Вау. Санек, ты что не ложишься спать?
Ложись спать. Да что ты к нему пристал? Не хочет он спать? Отстань от него. А? Бэ! Чего? Ах, ты глухой, что ли? Кстати, надо спать. Что, я забыл запись выключить. Ой, как смешно! Я включил запись, Санёк, я проснулся. Ой, хорошо спалось здесь, да? В новом доме. Спалился! Что это за лука такая? Так, у меня что-то запись. Что-то у меня с камерой немного. Да вообще глючит. Немного не работает. Так, пойдем почитаем объявление, что ли. Давай. Ты руки сейчас. Так, что у нас тут на объявлениях? Так, готовлю авторов портал City Nefs. Классно. Зубы почистил. Ах, он какашка, забыл почистить зубы. Иди чисть. Так, что тут у нас? Что? Скидки до 70% в магазине Техно Округ. О, Литуаль? Давай сходи в Литуаль. Круто. Круто. А ты куда пошел? А вот фиг его знает. Денег сейчас нету почти. Да вообще. Да что ж такое с моей камерой? Ну что она так... Это... Да убого какое-то говно, а нафига ты снимаешь? Херабрина? Санёк, что? Херабрин? А ты не знаешь, кто это? Вот Херабрин. С белыми глазами, оно очень злое и убивает каждого на своем пути. Как Халк. Кого? Призрака? Это вот такой призрак, да? Чувак, у тебя ник... The Призрак Game. Да, что-то типа того. Да, вообще. Злого призрака. Да вообще, а призраки что, не злые разве? Который убивает все время людей. Классно. Понятно, ну все так понятно. Из деревни точнее. Пошли из деревни, я пошел. Куда ты пошел? Пойдем куда-нибудь погуляем. Давай. А, кстати... А под, кстати. Нам это... А ты нам дашь погулять? Как я люблю гулять. Я очень люблю гулять. Там... Прибраться. Прибраться. Слушай, Санёк, остановись. Я запись выключу, а то... Да выключай, пожалуйста. Санёк, что там огонь делает? Огонь! Огонь! Туши его! Туши! Что там в доме? Посмотри. О, господи, все горит. Уходим отсюда. Туши, туши, туши. А кто вещи все наши украл? У нас нет вещей, все вещи пропали. Уходим. Кто же? Сначала он говорит... Стоп. Давайте переведем. А сначала, то есть, они там что-то дома делали, что-то купили, перешли в деревню. Потом он говорил о Херабрине злого, потом они не спали. Нет, сначала они не спали, потом они говорили о Херабрине. А потом спрашивали, кто же это сделал? Кто же это сделал? Фу, воняет от вас, ребят. О, господи. Господи, дом сломался. Уходим отсюда. Все-таки сказки... Сказки правда, а соски... Про Херабрина и мифы. Все правда. И они точно видели Херабрина. Что? Короче, на этом видео обрывается. Я из того, что я посмотрел, ничего не понял. Ну ладно, думаю, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Лол. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.